Я не знаю. Я не знаю, как бы я боролся, потому что я тоже умею дружить. И мне бы было жалко своих друзей. Мне кажется, это ответ про Россию. Вот. Это главный, вообще, самая главная и главная проблема борьбы с коррупцией – это кумовство. Это ответственность перед друзьями, это любовь к друзьям, это любовь к собственной семье, это невозможность поставить всех, в общем-то, в один ряд. Ну, вот. Это проблема во всем мире, она существует, и, к сожалению, в России тоже. Вот. Потому что как бы, те правила, которые устанавливаются, когда одним можно, другим нельзя, когда одних бьют, других наоборот прячут, то есть, ну, как бы, мы же это видимся. То есть люди не дураки, люди видят, что одни могут дать за гуся там 10 лет, а другим за убийство там несколько человек могут под амнистию попасть. Или там за воровство миллиардов могут тоже, в общем-то, достаточно комфортно отделаться каким-то там незначительным штрафом или сроком. Поэтому вот это главная проблема. У меня нет на этот вопрос ответа. Ответ, вернее, один. Видимо, тот самый опыт Сингапура, о котором все говорят. Да? Вот. Но Сингапур вот такой маленький, и там, наверное, мало было у президента друзей. Вот. А у нашего президента много друзей. И у друзей президента тоже много друзей. Так что тут, мне кажется, эта проблема нерешаема просто. То есть с ней боролись все. Просто всю историю России все и великие цари, и не очень великие цари боролись с этим. И в Советском Союзе боролись, но не побороли. Так что я даже не знаю, какие тут могут быть рецепты. Нет рецептов.